женщина похожая на цыганку, только что перед ним пронесла другая жизнь. Он увидел ее своими глазами так, словно сам прожил ее, и он не сомневался. Он на самом деле прожил ту жизнь. Я шел по складам за
Если писатели заболевали алкоголизмом, их просто
Почему же она заглядала именно их? Почему не заехать, скажем, в Армастово или Чехов? Упрямая Борисов самая просилась на
начальник свободной механической цехи. И появившись там, Григорий Фомич повел жесткую линию на порядок, должностную дисциплину, и однажды обратил внимание на причудливое поведение штамповщика без Ленина. Свои штамповочные операции тот совершал, как бы находясь в сверхплотной атмосфере. Движения его были тяжелы, замедленные и аритмичные. Заподозрив нехорошее, Борис стал прощупывать свои личинки, как овчатки возле воздух. Но обоняние не фиксировало спиртного. Смерив на глаз расстояние штамповщика, Григорий Фомич смутился и затасковал. Мать честная, неужели старею? Метров 10 и на тебя. Раньше за 20 шагов пиво даже чувствовал. И выпитую дозу с точностью до 100 граммов определял. Эх, старость, старость, сокрушался 40-летний Борисов. Закону.
не могу ничего. Знаете, мне нравится дух, отец большой мужчина. Я написала вот с этой моей книжкой «Детский стихотворение». Я уже вам передала на дискете, я просто прочту два стихотворения. Называется «От двух до пяти стихи для Алёшки». Осторожно на ладошку упадет снежинка на крошку. Я ее не потревожу, на звезду она похожа. Я ее тихонько жду, в дом вернусь, унесу. Щенок. У меня собачья тяга. У нее четыре лапы, вместо рук и вместо ног. Ведь она еще щенок. Я ее гулять вожу, потому что с ней дружу. Последний. Моя азбука. Буквы знаю я уже, А, Б, В, Г, Д, Е, Ж. Буква — это в мир окно, заикало мяне О, как кирпичики стиха, П, С, Т, У, Э, Х. Вот и азбука моя, С, Ч, Ш, Ч, И, Я. Если что-то пропустил, мама, ты меня простила. Thank you.
Здравствуйте. Я спою песню. Это перевод американского певца, который не является звездой шоу-бизнеса, слава богу, но оказал огромное влияние на многих музыкантов, то, что мы называем современной музыкой. Зовут его Том Уэйтс. Песни из его раннего творчества, перевод мой. Михаил Николаевич, после Ноябрьской ночи 1964 года
появился я в редакции многотиражки за кадры химического машиностроения. В середине конца 60-х залетали редкие птицы. Задний предок, слушая, поддавал Николай Купцов, выступали под градом запаченной критики Иосиф Бродский, Наталья Горбаевская. Но вот теперь, как и все время, это кончилось. Вот у меня, к сожалению, нет распечатки, если в твоей Николаеве, может быть, он лучше. Пока не спрашивает. Наташа, когда вы будете все представить? Да. Я не знаю, как это надо подчеркнуться. В общем-то, самый далекий ветеран. Я что предлагаю? Я предлагаю, чтобы Михаил Николаев, Инна Риховская, Александр Сыров просто подошли вот сюда, в наш как бы президиум, да, и мы посмотрели бы. Вот они встретились через 30 с чем-то лет в Союзе литераторов. В общем-то, многие ничего не знали. Конечно, Орлинский, конечно. Thank you.
и верю в неопределенность, не под расчетом бытия. Во мне жила самовлюбленность, жила, теперь это не моя. Бессмысленно смеялся, плакать, уверовать вчерашний день. Пора поверить в эту святость, круги, оставленные на воде. Какая разная погода, непредсказуемая нить. Стихия, родина, природа, здесь ничего не изменит. Спасибо, Михаил. Евгений Цыпов. И это последнее, да, выступление. Анатолий Кумрик есть?
Нет. Евгений Артюхов.
скрывал.